Мы находимся на красненьком кладбище Санкт-Петербурга в районе станции метро Автово. И находимся мы на аллее, которая носит название «Проезжая дорожка». Вот. Я сюда зашел случайно, именно на этот участок кладбища. Меня сюда направил кладбищенский смотритель, ну, точнее, сотрудник. Когда я его спросил, где тут похоронен Анатолий Королёв, певец, он, видимо, перепутал и направил меня, указав путь на схеме, в сторону могилы конструктора подводных лодок, атомных подводных лодок по фамилии Ковалёв. Но благодаря этому Королёв оказался похоронен в совсем другом месте, хотя и на этом кладбище. Но благодаря этому я нашел могилу, которую тоже очень давно хотел найти. Это Леонид Лучкин, поэт-песенник, соавтор Станислава Пожлакова. Вот на этой цитате, на этом памятнике, вернее, написана цитата из его песни на музыку Пожлакова, из песни «Память». «Память должна быть доброй, память должна быть нежной». Вот Лучкин Леонид Борисович. Год рождения 1938, год смерти 1970. Он прожил всего-навсего 32 года. Родился 27 июня, а умер, причем 27 июля. Дата рождения и смерти одна и та же, с разницей в месяц, 27-е. Вот сегодня я ему тут купил цветы искусственные, пластмассовые, поставил ему свечку, которая вот еще горит. Вот, а тут же, в этой же могиле, в этом же участке, значит, похоронена, видимо, его мать. Видимо, это его мама, действительно, Ченцова Мария Петровна. Год рождения 1913, год смерти 2000-й. Вот. Но по годам все вроде как подходит. То есть она его родила в 25 лет, вот. Но сама умерла, пережив его, когда ей было уже 90, получается, да? 87 лет выходит. 90-е должно было быть в 2003 году. Вот. А так вот получается так. Вот, ну, уже памятник, видимо, стоит достаточно давно, потому что он уже видно, что такой весь запыленный. Его, по идее, надо как следует протереть, обработать чем-нибудь. Вот. Ну, видимо, тогда его и поставили где-то годом позже, видимо, в 71-м году, там, может, в 72-м, не знаю. Вот, тогда творческих людей еще как-то уважали, ценили. Возможно, он был членом Союза писателей. Вот. Вот в отличие от Станислава Пожлакова, когда я был несколько дней назад на кладбище в Сестрорецке, вот, я там застал весьма печальную картину. Пожлаков был похоронен в ограде своих родственников, родственное захоронение, родственники по фамилии Базуновы, но памятника, собственно, самому Пожлакову там не было. Там стояло только памятник, весьма симпатичный, правда, его родственникам, родственницам Базуновым. Там их было двое или трое. Я их сфотографировал. Вот. А для Пожлакова стояла только мраморная табличка, прислоненная к ограде внутри, где было написано «Станислав Пожлаков и его годы жизни 1937-2003». Вот. А это вот могила Леонида Лучкина. Вот. Он написал, наверное, самые проникновенные песни в соавторстве с Пожлаковым. Вот одна из них — «Колыбельная с четырьмя дождями», которую пела Майя Кристалинская. Вот. Это, конечно, просто шедевр, потрясающее произведение. Ну вот, теперь мы направимся к выходу отсюда. Гори, свеча, гори, не гаснем.